Привет всем любителям катания в горах, на снегоходах, ну и им сочувствующим. Так уж получилось, что в средней полосе России владельцы горных снегоходов катаются на них везде. То есть они ездят иногда в горы, но по большей части катаются просто там вокруг дачи, там по водохранилищам и прочим рекам. Ну, в Сибири, на Урале история тоже очень-очень похожа, поэтому среди этих людей частенько бытует мнение, что экипировка должна быть очень там теплой, с подкладками, со всеми пирогами. Но именно для этих людей в модельном ряду Jetwir есть третья модель комбинезона под названием Polar. Ну, то есть название говорящее само за себя. Это модель с утеплителем. Первое основное отличие его от моделей The One и Freedom — это то, что и верхняя часть, и нижняя часть комбинезона с утеплителем 80 грамм на сантиметр. Это достаточно много, то есть это довольно теплый комбинезон. Конечно, это не исключает того, что вы должны одевать под него какие-то там подстилающие слои, но он гораздо теплее предыдущих двух моделей. И это факт. Мембрана здесь тоже 20 тысяч на 20 тысяч, то есть, в принципе, это такой же топовый комбинезон, как Freedom, только с утеплением, то есть для более холодной погоды. Здесь появились защитные вот эти, то ли из кордуры, то ли из чего, накладки не только на штанинах, а еще на рукавах. То есть зацепить и порвать рукав там при каких-то, наверное, туристических историях сложнее. Также наличествует вентиляционное отверстие. Один нагрудный карман. И, соответственно, один внутренний, тоже влагозащищенный. Молнии, естественно, везде влагозащищенные. Так же, как и на всех, присутствует хлястик специальный, специальное колечко под чеку безопасности, врезные карманы слева и справа и карманы на штанинах. Обращаю внимание, что регулировка высоты штанин здесь находится, естественно, ну, в единственном кармане, который находится на штанине. Соответственно, так же, как и комбинезон Freedom, штанина тоже оснащена вот такой молнией, которая помогает вам экипироваться в этот комбез. Polar выпускается как для мужчин, так и для женщин. То есть здесь вы можете для каких-то там туристических покатушек в глубоком снегу одеться сами и одеть свою спутницу. Les amis qui peuvent.